Циднопус – род щелкунов из подсемейства Дендрометрины. Щелкуны мелких и средних размеров. Тело узкое, почти параллельностороннее. Имеет черную окраску с легким металлическим отливом. Клепиальная область узкая. Усики у самца и самки пиловидные, начиная с четвертого сегмента. Задний край поплевр без выемок. Бедренные покрышки задних тазиков по направлению наружу сужаются неравномерно и заметно. Все сегменты лапок без лопастинок. Встречаются эти щелкуны в лесах, на лугах с достаточным увлажнением. Проволочники развиваются в почве и являются полифагами, но преимущественно хищники. Щелкун ивовый, Циднопус эругиносус, широко распространенный в районе биостанции вид. Населяет как леса, так и открытые пространства. Жуки держатся на травянистой растительности. Всеядные личинки разбиваются в почве. Вид массовый. Щелкунов трудно спутать с другими жуками. Только они могут, упав на спину, подскакивать с помощью движения особого отростка груди, играющего роль пружины, и переворачиваться, вновь вставая на ноги. Часто при этом высота прыжка превышает размер жука в 20 и более раз. Прыжок обычно сопровождается резким щелчком, из-за которого щелкуны получили свое русское название. Функциональное значение прыжка не ограничивается лишь необходимостью приводить в нормальное положение жука, случайно упавшего на спину. Помимо этого, повышенная подвижность передней груди по отношению к средней груди используется щелкунами для следующих целей. Первое. Усиление функции дыхания. Повышение прыгательной активности во время спаривания и подъем температуры тела. Второе. Уход от опасности. Третье. Продвижение только что вылупившегося жука из окружающего куколочного колыбельку субстрата на поверхность. Устройство бедренных покрышек задних тазиков щелкунов не позволяет им отталкиваться вверх при помощи ног. Сам же по себе прыжок имеет второстепенное и вторичное значение. We'll be right back.